здесь меня татуирует Андрей Скиф, студия Terra Skifica. Вот. Мы с ним очень много лет знакомы, еще там практически, когда только я начинал играть, уже было какое-то сотрудничество. Вот. И так на как бы взаимовыгоде, ну и в принципе дружбы. Он просто очень качественно, очень интересно и очень быстро делает работу. И вообще он такой интересный человек, с ним очень прикольно общаться. Я думаю, что в дальнейшем это студия татуировки Skifica. Я буду вот конкретно вот с ним дальше работать. В принципе, я думаю, что скоро мы станем самой зататуированной метал-группой России. Раньше вообще на эти гитары не смотрел, и тут появилось такое предложение вот попробовать. И мы с Артемом пошли в магаз, поиграли, и нам очень понравилось. Преимущество Шектор в том, что, во-первых, помимо того, что они звучат очень круто, они очень удобные, они сделаны, самое главное, они сделаны для того, чтобы играть тяжелую музыку на них. А такая была прическа на концерте, или какая? Кто там на Шекторе, а кто на чем играет? Она и звучит мяснее, и сама по себе легче, и крутой дизайн, то есть удобный, очень удобно играть на нем. Ну и, собственно, поскольку я фанат стрел, то есть гитар вот такой формы, я был рад, что нашел среди моделей именно то, что мне нужно, и вот счастлив продолжать играть на таких гитарах. Я зацепился за эту гитару и думаю, еще долго, то есть буду на них играть. Просто жажда не все. Шектор. Ничто, дурак. А, да, дубль два. Жажда не все. Ничто! Дубль три. Ничто, да? Жажда. Жажда не все. Жажда ничто. Шектор все. Ой, гасит ты еще свои. В каком бы состоянии ты ни был, звук всегда на высоте. Шектор. С струнами форте была вообще интересная история. Нам посоветовали эту марку ребята знакомые из группы Майотом. Говорят, что крутые струны, попробуйте. И вообще вот есть там чувак, который занимается этими струнами, Олег. Как-то все быстро очень утрясли все какие-то моменты сотрудничества. И все, мы получаем определенное количество струн для концертов, или для туров. Вот очень довольны и всем советуем. Я думаю, будем дальше продолжать и развивать, тем более готовится несколько сюрпризов от этой компании и от нас. Спонсоров, да, у меня много всяких разных там. Но это как бы не то, что спонсоры, это просто те фирмы, которые как бы я имею честь представлять. Вообще это очень круто. И как бы я их не рассматриваю как спонсоров, скорее это некая такая поддержка там в смысле разных инструментов. Но главных у меня нет, у меня все главные. Их много, они все важные. Мы тесно работаем с разными молодежными журналами, там все звезды, ровесник, журнал «Браво». Прикольно, что вот как раз «Браво» начали писать о местной сцене альтернативной, что происходит, новые имена какие-то появляются, да, там. Интересно, кто снял клип, кто поехал в тур, очень интересно, очень круто. Вот так вот всех перевозят здесь на «Газелях», исключительно на «Газелях». Спонсор, спонсор. Каждый, в принципе, может добиться там какого-то, там эндорсмент там или спонсорство. Надо просто
показывать свои работы, делать так, говорить, что вот действительно, чуваки, если я буду рекламировать ваш продукт, то он будет, ну, как бы более там покупаемым, крутым.